Зажигательные ритмы, море энергии и рвение к победе. 2 марта в областном дворце творчества детей и молодежи было по-настоящему жарко. Ребята из ульянских школ сошлись в настоящем танцевальном батле. Все это соревнование по кибертанцам на симуляторе Just Dance. Кибертанцы – это яркий пример того, как киберспорт выходит на сцену, да, то есть это не замкнутые, неподвижные соревнования, где там с джойстиками сидят дети, а это очень подвижные, то есть они там дублируют движения танцевальных персонажей. Чтобы попасть в региональный тур, ребята с 5 по 11 класс прошли отбор в своих учебных заведениях. Дальше их ждали репетиции и долгая подготовка. Все это, чтобы зажигать на сцене, соревнуясь за путевку на финал соревнований, которые пройдут в Москве. Выученные танцевальные связки – это еще полдела. Правильное настроение приближает юных участников к победе. Нужны, конечно, эмоции, знать движение надо и позитив, да. Группы поддержки активно болеют за своих танцоров, а участники, выходя на сцену, выкладываются по полной. Исполнять киберспортивные танцы не так-то просто, как кажется на первый взгляд. Для победы в этих соревнованиях ребятам недостаточно быть музыкально и танцевально одаренными. Задача участников – попасть в такт музыки и повторить в точности движение за вот этим персонажем, изображенным на экране. Региональный этап продлится до 11 марта. Участников, прошедших его, будут ждать в Москве уже 17 апреля. Победители финального этапа состязаний получат призы – танцевальные киберустановки для своих школ. Виктория Шикова, Константин Никитин, новости Ульяновской правды.